Группой лиц по предварительному сговору с использованием интернет-ресурса YouTube обвиняемые вели прямую трансляцию с места проведения несанкционированного массового мероприятия в Минске, в которой склоняли граждан к нарушению общественного порядка. Кроме того, под видом осуществления журналистской деятельности, не имея при этом соответствующей аккредитации в Республике Беларусь, обвиняемые совместно с иными гражданами выходили на проезжую часть улицы Червякова, блокируя тем самым движение транспорта.